Луганский район у нас является лидером по производству молока уже в течение, наверное, последних пяти лет. В том году он также лидировал по производству молока среди предприятий районов Красноярского края. Вот. И на сегодняшний день мы доим больше 206 тонн молока в день, то есть сейчас являемся лидерами. Увеличили молочную продуктивность за прошлый год. Это закрытое акционерное общество «Большеуринское» надоило 8756 тонн молока. Увеличение 764 тонны составило на 9,6%. Акционерное общество «Канская сортоиспытательная станция» надоило 17655 тонн молока, увеличение составило 18%. И общество с ограниченной ответственностью «Тайнинское» надой составило 9389, увеличение 10,5%. И вообще все предприятия Канского района в том году сработали с плюсом, ни одно предприятие не дало минус.